Так, юнитов можно начать производить. Давайте пока этих все-таки построим, потому что у нас их в принципе 0. Давайте 3-3 сначала будем делать все-таки. Пока что мне идея 6 юнитов нравится. Типа 6 одних, 6 других. Так, ты иди, наверное, фермочку построй. Фермочки всегда в этом отчете. 900-500. Наверное, тоже улучшу. Что, что у нас по идее топора метатели, это метает. А, топоры, на них это тоже работает же, не? Единственное, что, знаете, первый может быть все-таки метатель топоров делать, потому что они могут немного на воде атаковать кораблики, помогать нашим корабликам, да. Летим сюда. Слушайте, голда быстро идет, но она быстро уходит. Что прикажете, если я построил двух юнитов, голды уже нет. То есть третьего построя будет ноль. И третий все равно нужен. Кажется, их расплитим, пускай стоят обороняют, что я не знаю, нападут на меня, кто-то не нападет. Блин, я вот не знаю, не имеет смысла до разведывательного юнита раскачиваться или как? Потому что я бы на самом деле сейчас качался бы, построил бы даже лабораторию. А, это не тень, это туман войны так выглядит. И понял. Так, какого робота выполнил я? Так, ты, может быть, еще что-нибудь построишь? Верь, может быть, начать строить? В какой момент я начинаю строить лучше всего? Там мне все на суше, наверное, хорошо, да? Здесь вот, строй. Когда у меня на суше ресурсы все добываются, и те, и другие. Достаточно золота, добывайте больше золота. Так, да кому недостаточно золота? Покажите, покажите его. Строишь тебе недостаточно, потому что юнитов, да? А если так? Так, какого работа выполнена? Тебя? Ага. Все, больше дерева добывается. А, ну оно уже давно больше добывается, по идее. Или это улучшение? Погодите, это же не лучше улучшение дает? Что-то я запутался. Блин, я забываю все, как эти штуки работают, надо следить повнимательнее. Так, дерево нам надо добывать нефть, кстати, поможет. Строить боевые кораблики, но нефть бы где добывать найти. Да, в соло корабликам не хочется плавать, давайте вдвоем все-таки плавают. Если у нас поскольку нефть добудется, надо найти, где ее можно. Нету халявного спота для добычи. Так, что вы делаете? Чела сделали. Сколько их уже? Три? Окей, три. Короче, по 6 будем делать, да. Да, такой... Пока что. Так, ну здесь, походу, нефти нет. А на карте не ресурсы отображаются? А, о, нет, есть. Вот и халявный нет. Дверь построится, отправим туда кораблик. Так, пока никто не стоит. Я хочу группу создать. Не тролль тут. Эти всех троллей выделим. Control 2. Троллёв. Паладин. Работа выполнена! Я пускай в разных местах стоят, но это временно. Какого работа выполнена? Ага, хорошо. Так, сначала эту штучку. Так, ты, великий строитель, построй. Ой, что такое литейное? Что она дает? Мы же и так можем, да, строить эти боевые кораблики? Литейное нам зачем нужно? Я забыл. Блин, столько всего нового, я забываю, что из этого для чего нужно. Нефтезавод. А кто мне даст ту лабораторию, например, строить? Так, не тролль тут, это ты. Сохраним. Блин, а как мне построить? Мне кузницу нужно, что ли? Давайте кузницу бахну. Кузницу без разницы, где строить, да? Так, эту штуку построил, строил нефтебазу. Кабрика вниз. Давайте наверх цилиндр поставим лучше. А это ты дорого стоишь? 700-450. Дороговато. Ну, голда как бы добывается 5 юнитами, а дерево 4.
Так. Всё, 6 этих есть, теперь 4. Нет, 3 еще этих надо построить. По голде, блин, посели. Буду бы можно все-таки одного отправить уже в шахту. Ладно, пускай идет в шахту. Мне кажется, дерева нам не так много не надо. Конечно, надо тратиться там на что-то, да? А, блин, это идешь строить. Я пойти, а где мой строитель великий? Где мой строитель всего? А, он строит штуку. Он пока простроит. У меня просто место кончилось по ферме. Так, ты добыл? Почему не построил еще штуку? Эсминцы не могу начать строить, да? 700-350. Не, слушайте, голда принесу. Быстро кончается, но быстро набирается обратно. Вот вы с голдой всегда все окей. Так, ты забил меня на максимум. Хорошо. Давайте их сюда поставим. Ближе к нашему. Все еще строится, очень долго строится на 3 штуки. Так, давай достраивай, сразу же и строить ферму. Так, ты что умеешь, я забыл? Улучшить оружие. А вы уже первого уровня. Третьего уровня? Что? А почему этот чел третьего, а этот первого? Это не наш чел, как будто бы, да? Все третьего уровня? Серьезно? А вы почему первого? Воду лесопилку улучшает все-таки копейщиков, да? Точнее, этих челов. А вам нужны вот эти штуки. Пускай улучшается. Так, вывод кораблик. Нефть у нас докачается. Что не хватает? А, ферма строится. Ферма в процессе. А, транспортер я не умею строить. Мне литейные дают транспортеры, да? Но мне они пока не нужны, как будто бы у меня два есть. Мне два дали в начале миссии, да? Фермочка построится уже, давай. Они в конях живут или что это? Как будто это пень, да? Работа выполнена! Все, сразу же еще одно, может быть? Чтобы 8 было. Чел, ты издеваешься? Ты, сука, шутишь. Ааа, руби эту хуйню тогда. Он застрял там, боже. А чё ты не мог справа-то выйти, блин? Обязательно вниз было выходить. Ой, так, ты строишь, хорошо. Так, ты... О, катапульт можем строить. Может быть, знаете, может быть, 4 милишных юнита, 6 рейнджевиков и 2 катапульта, чтобы все на одном кораблике влезало, потому что... Корабль в порядке. Корабль в порядке, так, это нам надо. Так, ну ты тогда, наверное, охраняй здесь. Тоже и плыви сюда, ты будешь... Наверное, не надо охранять эту штуку, кто на меня нападет. Лучше вот здесь оборону держать. Из 3 кораблей. Работа выполнена! Так, я бы еще один заказал. Есть пока есть, тем более. Какого работа выполнена? Покажите его. Я? Тебя? Тебя? О, блин, кто сказал? Ты не поймешь. Так, ты отнеси и верните мне эту юниту. Я ферму он должен был построить тут. Вниз идет строить ферму, а не рубить лес. Или нет, давайте что-нибудь полезное построим. А, вот эта штука построилась, я понял. 1500. Корабль в порядке. Урон нам нужен, урон нам важен. Эти штуки. Я не понимаю, как мне построить дирижабли разведывательные. Потому что я не хочу никуда идти, потому что у меня нету разведывательного дирижабля. Так, тут маленький отряд. Можно было всех навести. Хотя, с другой стороны, наверное, всем смысл здесь иметь стоять. Блин, как оборону держать, не понимаю. О, катапульта. Я хочу еще одну. Что прикажете, повелитель? Так, я разбирался, что хотел строить. Давайте литейно посмотрим, что после нее будет доступным. Если мы построим ее, не страшно, что она здесь будет. Стоит. Так, а что у меня один кораблик здесь? Стирали. Пойди сюда. Всем. О, еще один кораблик.
кстати, в оборону. Так, 4 корабля есть. Ой, они все раненые, блин. Огр. На нас напали! Сори, Огр, но ты раненый. Занимаешь место, к сожалению. Так, где моя катапульта? Так. Не хватает челов. Работа выполнена! Раненые. О, работа выполнена. Где моя вторая катапульта? Это выполнено, да. А, броню улучшаем. Дешево, кстати, улучшается. Прокачиваем наших чуваков. Так, нефть качается очень медленно, но как будто бы нефть нам больше не нужна, потому что у меня есть 4 корабля. Один из них раненый супер сильно, я бы его заменил, но я бы, в принципе, мне не принципиально быстро это заменить, да? То есть я могу еще подождать, потому что я еще до сих пор не понимаю, как мне построить лабораторию. А где у меня строитель мой? Что прикажете, повелитель? Че он последний раз строил? А, он до сих пор строит, по-моему. Работа выполнена! Теперь ты умеешь строить? Как он научить строить эту штуку? Может, нефтебаза еще нужна? Так, по идее, ресурсов хватает, да? Давайте нефтебазу тоже бахнем. А это что дает? Это урон кораблям дает. Хер его знает. А это броню кораблям, да? Это же на корабле распространяется, как понять? Так, ну голда, больше нефть, нефть кончилась. 1000 нужна, блин, ладно, хорошо, 1000. Там тогда еще одну такую штучку, нет, согласен, 1000 все-таки надо 2, ладно, хорошо. Потому что нам и корабли мы не успеваем построить все-таки. Если мы не будем 1000 сейчас потратим, да, короче, да, 2 надо. Работа выполнена! Так, это кто? О. Цитадель пока не будем превращать, да? Корабль в порядке. Да, я построился, скорее всего, 900-500. Дороговато. 1500. Это мы... 1500 это мы будем, наверное, в самый последний момент делать. А корабль это ты. Бивай. 1000 нефти нужна. Еще и на улучшение 1000 нефти нужна. Ладно, хорошо, нефть нужна, согласен. Фермочка еще нужна. Пультом. У меня юниты сейчас не могу производить. Вы что, застряли, придурки? Сломайте им заборчики, то они такие слишком. Ну, я как бы понимал, что этот заборчик может мне мешать. Частично я его как бы поломал. Он был не стал ломать. Не ошиб. Стены мы не можем строить. В первую часть можно было стены строить. Тоже сломать. Чтобы максимально свободно у них все было. Работа выполнена! Так, нет, мы не будем. Это баловство уже какое-то. Куча денег просто ради чего. Я не понятно ради чего. Потому что стоит реально дорого, а дает буквально ни хера. Все, теперь мы быстрее нефть добываем. Где теперь мы можем уже построить сейчас вот эту штучку, да? Я ее уже построил, погодите, какую штучку я хотел построить? А, я улучшалку хотел построить. Слушайте, а мне не дают построить. Я что-то не знаю, погодите. Вот это я хотел улучшить, да? Корабль там урон. За 1000. Так, ферму точно строй. Так, а я не понимаю, а как мне строить? Мне цитадель нужна, чтобы строить эти штуки? А как понять, что мне нужно? Я же раньше мог, да, штуку построить, которая баллисты мне строит. А что сделал? Стой, иди сюда. Это я все построил. В зал вожди эта штука. Лесопилка у меня есть, кузнец у меня есть. И башенки остались. Не понял. У меня же было. Я же строил эту штуку. Не улучшение же брони мне нужно. Работа выполнена!
цитадель, наверное, нужна все-таки. Походу, цитадель все-таки нужна. Так, не юнитов больше стало разрешенно строить, да, нефть накопилась. Кстати, вот раненый кораблик сольем, сплаваем, смотрим, заодно разведаем немного. Я не понимаю, где мои разведчики. Работа выполнена! Это кто? Это ты, да? 500. Не, мы сейчас, наверное, будем копить на эту штуку все-таки. Раз не понимаю, где мне просто взять штуковинку мою. Ай, блин. Блин, как будто бы мы уплыли от нашего острова, и музыка перестала играть, да? Нет, просто она закончилась, скорее всего. Корабль в порядке. Снова начнется. О, ноу. Боевая музыка заиграла. Что нас напали. Но мы нашли остров с катапультами. Опять вправо сплавим эту штуку. А корабль построен, занимая место этого. Так, тысяча мне накопилось. Блин, дерево мне это накопится. На нас напали! Чела. Ой-ой-ой. Мы плывем, нам пофиг. Вообще-то это эльфийский, да? Да, эсминец эльфов. Ну, в World of Warcraft например так же будет, кстати, прикольно. Окей. Кораблик слили, место освободили. Так, а что у нас юнитов? Вот этих... А, вот этого одного не хватает. Давайте это подостроим. Работа выполнена! Этих, блин, я бы вот этого заменил. А какого выполнена? Тысяча. О, есть тысяча, все. Что прикажете, повелитель? Так, ты кто? Ты пискал. О, нет. Так, давайте сюда, передвигайтесь. Не знаю, кем мне оборону держать на базе. Цитадель построиться. Но надо, короче, оборону из трех юнитов построить. Давайте трех троллей МБ. Потому что рейнджовые, то есть они не быстрые, но они рейнджовые. Так, давайте иди сюда. И сюда же, и сюда же. Готовы, наш оборону корабля мы пока еще не можем. Эти нефти качают, сколько там, 800 осталось. Нам до конца игры столько хватит. Короче, ждем вот эту штуку, смотрим, даст ли она нам лабораторию. А, можем... Блин. Надо, чтобы дала лабораторию. Работа выполнена! Очень печально. Так, оборону мне держать здесь некому особо. Башенки может быть строить, но башенки как будто бы дороговато строить. По 550-200, такое. Так, что улучшилось? Плюс 10 голды. И... О! Алхимика, еще какое-то логово огров, жесть. И могут... Нетроль тут. Так, давайте куда-нибудь сюда построим. Ук. Укс-ринг. Теперь построить. Так. Там штуку. Получается, вот эта штука нужна. Нужна, как бы. Она очень дорогая, то есть. Не, мы по дереву проседаем. Не, мне кажется, на самом деле не проседаем. Дерева нету, но оно не нужно в таком количестве, которое я хочу добывать, мне кажется. Типа, ну будет у меня сейчас не 200, не 200 а дерево, а 2000. Я все равно не могу столько зданий строить же, не? По голде хотя бы, не, ладно, голды очень много, пойдемте дерево рубить. Пойдемте рубить дерево, как будто оно реально больше нужно сейчас. Ну, потому что голды до хера, а юнитов я производить не могу, потому что нету ферм. Фермы строить. Ну, типа, блин, не знаю. Что и туда не хочется, и сюда не хочется вкладываться. Потому что юниты как бы пропадут, когда их убьют. Тогда фермы уже будут не нужны, как бы, да? Сложно. Опять же, дирижабль очень нужен. Дирижабль слишком поздно появился. Выполнено. Так,
дирижаблям, кстати, небольшая проблема. Первые все-таки закончились. Да, здесь тоже что-то строить не хочется. Ладно, давайте что-то построим. Это оборона базы. Пускай оборона базы будет здесь поставить. Энтри плюс минус будет поставить. Что-то никому не мешалось, да? Сервер, дирижабль. Дабль сопилка. Так, 500-100. Стоит дешево. Это реально стоит дешево, но проблема в том, что места для него пока нет. Ферма, блин, ферма долго строится. Ну, заранее ферма строить тоже такой себе, потому что надо строить ферму, потом просто нафижу челами, и смысл в этих фермах. Не особо много. Так, ну дай гоблину. Дай гоблина. О, ферма, что она, сколько там еще? Работа выполнена! А ровно момент, когда я решил посмотреть, она лучше построилась. А походу реально там все это время не строил, ждала, когда я начну не смотреть. Так, это что такое? На нас напали! Раблик. Терялся? Ну-ка, кыш. Там охренел. Кого-нибудь ранили? Вот этого попили, да, немного. И, ну, пока заменять никого не будем. Так, может, там дирижаб. Блин, дирижабль появляется по геймплею, у нас получается очень поздно. Но он нам очень нужен. Типа, ну а как разведочку производить? Я боюсь идти вперед, я не знаю, куда идти, на кого я... То есть, куда я иду и на кого я иду, таким образом. Здесь мы просто шахты, мы это как бы видим. Здесь башенка, нет, башенка, 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 отстань, отстань, отстань. Башенка раньше хорошая, я вижу. Но у нас как бы на дирижабле тоже внимание. Работа выполнена! Так, знаете, там я хотел вторую эту начать строить, на всякий случай, типа, где это чел? Пойди сюда, сразу вторую казарму строй. А будущее. Блин, здесь нельзя построить. О, блин. Иди строй. Так, ну я как бы понимаю, что вот этот верхний остров нам нужен, да? А, нет, нет. Что такое? Ферм какие-то тут есть. Ага, что тут есть кто-то, видимо. Это только ферма. Блин, вот было круто, когда, да, в самом начале нам дали один дирижабль, и мы сразу им все разведали. А тут мы так поздно получили дирижабль, сидели на нашем острове, развивались и ничего не разведывали. То есть у нас вся разведка в конце игры только появилась. Что, застрял? Лох. Вот сюда нам надо, да. Наш враг, так сказать. О, нет, о, нет, 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 нет. Ух, у него тут дохерища. Не, нам еще сидеть и развиваться на нашем острове, я чувствую. Мы можем немножко покатить? Ой, кораблики тут будут страдать. И у него кораблики тут плавают. Так, не за нами, надеюсь. Да, слушайте, мы не зря, короче, сидели, это точно. Тут нет такого-то, что здесь легко все... Ой, ёб твою мать. Ебать их тут. Беги, 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 улетай. Охренеть, раз, два, три, четыре. Там еще сколько-то было. Да, походу, мои четыре кораблика, конечно, пососут здесь. Походу, надо целый флот реально строить. Не, еще, ёбаный в рот. А, нет, видите, видите, отстаньте, отстаньте. В леса. Корабли по лесам не умеют плавать, все. Пользуемся нашим преимуществом леса. Охренеть, тут народу. Работа выполнена! Так, ну пойдемте, ладно, окей, здесь понятно, здесь куча врагов. Посмотрим, что у нас здесь и вот здесь, вот интересно. Здесь летит там что-то такое полезное для нас. Охереть, здесь тоже челы. Сколько у него кораблей? Не видел, он себе флотилию понастроил. Так, короче, ладно, плыви сюда, разведывай, что там есть. А, получается, там нужно дохера ферм, дохера всего. То есть то, что я казан построил, это вообще шутка какая-то. Надо там дохера все надо строить, развивать. Катапульту улучшать, все это все это мусор. Нам ничего не поможет. Так, еще один корабль нам, наверное, нужен. Обучение троллей берсерков. Что? А что это такое? Дерево. А давайте у нас дерево. Ой, этого голды много. Так, это улучшается. Это нам не надо. Это у нас есть. Так, вы что? Ты что ФК стоишь? Ты построил казармы, иди строй фермы. Короче, большую армию надо строить.
нефти дохерища. Давайте корабликов тоже тогда больше построим. Наверное, может быть, и транспортировочных корабликов тоже побольше, чтобы возить нас было удобней. Сначала иди поруби верхний лес, чтобы мне не мешал. Так, здесь кораблики наши тоже в оборону надо вкладываться. Здесь... Так, кораблики мы там строим, по-моему, новые. Так, это что такое? Это у них нефтевышечки, да? А, здесь шахта нас не интересует. Здесь он проплыл, ничего не было. Черное пятно это... Ага, это пятно нефти. Согласен. Так, ну здесь смысла нет. Мы как бы знаем, что здесь ничего нет. Корабль или есть. Корабль в порядке. Корабль в порядке. Поняли? Работа выполнена! Здесь ничего. Иди сюда, сплавай, цепляй, точнее. Так, ты уйди отсюда, чтобы не мешать. Хочу еще кораблик 700-350. Как будто бы на самом деле хочу, потому что сколько я увидел, сколько там кораблей. Есть, здесь были челы, здесь было 3 чела, здесь было 2 чела, здесь еще сколько-то осталось, непонятно сколько. А здесь у него просто фермы. Как будто бы это просто в конце игры надо будет летать туда, разбить эти фермы или что. Так, работа выполнена у тебя, у фермера? Еще ферму. Я, конечно, не верю, что мне столько ферм надо, потому что мне столько юнитов нету. Так, катапульты 900-300, да, стоит. Давайте катапульт, короче, побольше построим, пожалуй. Мне надо побольше катапульт. Так, я бы еще... Корабль в порядке. Так, корабль в порядке. А, еще один корабль. Работа выполнена! Дерево все-таки кончилось. Так, давайте одного чела за дерево отправим. А, у меня и так 4 юнита на дереве, все равно не хватает, жесть. Не, слушайте, 4 юнита, мне кажется, самое окей на этом. То есть ни больше, ни меньше. Не, возможно, больше, но мне кажется, точно не меньше 4. То есть 5, например, на 4 на шахту, 4 сюда. Работа выполнена! Один строитель. Так, что ли? Так, тут что, мы катапульты строим все еще? Так, получать что-то... Нихера себе, зоркость берсерков. Зрение ему улучшить. Дальность топоров можно улучшить. Регенерацию. Ты улетай аккуратненько тут. Напали на него. Короче, понятно, что нам нужно. Давай в этот угол залетим. Смотри, что там. Сваливай. Так. Топовое это улица пилки, что регенерация берсерков. А я прокачал берсерков, да? А, это я прокачал берсерков. А вы теперь берсерки? Нихера я вас качнул. А что такое регенерация? Погодите, у меня раненый берсерк был, да? Это регенерация, типа, я... А, знаете что? У меня сбросился контрол. То, что я запоминал челу. Что они теперь другие. Что прикажете, повелитель? Что прикажете, повелитель? А, нет, потому что эти... А, это потому что эти не пятерки были. Нет, все, нет, все неправильно. Вот мои челлажи. Да-да-да. Все, у меня есть раненый, например, да? Что значит регенерация? 3000 голды. У меня есть 3000 голды. Так, значит, логово огров какой-то. Давайте здесь бахнем. Посмотрим, что это такое. Да, блин, охренеть тут база сейчас будет построена. Блин, ну не знаю, конечно. Обидно будет, если все это не пригодится в итоге. Так, у нас эта штучка долетела. И давайте аккуратненько на его базе, что ли, построим, постоим. Вообще, нам эта штука понадобится, когда мы будем уже атаковать его, да? Чтобы мы знать, где что у нас. А где мы хотим реально высаживаться? Вот здесь вот, наверное, да? То есть нам по-хорошему, наверное, надо вот эту часть зачистить корабликами, вычистить тут всех. Проплыть нашими корабликами, башенку, может быть, даже вот эту терроризировать, чтобы она не мешала, когда мы здесь будем мирными нашими челами проплывать, да? Где-то здесь высаживаться. То есть, наверное, у нас корабль... Блин, интересно, кораблики достанут до этой вышечки? Блин, с этой штукой непонятно, что делать. Как вот ее убить проще всего? Где-то сверху своих катапульты поставить или что? Так, а это не наши тоже, да? Это не наш остров. Я бы, короче, с этой штуки начал, потому что здесь у него кораблики. Может быть, даже прямо сейчас уже начал. Так, юниты. Так, Ctrl 4, по-моему, да? Или не всеми? Вдруг на нас нападут? Давайте реально не всеми. Работа выполнена! Вот вы лучше пойдете, зачистите всех.
кстати, пока плывите сюда, плывайте эту штуку, я там, у меня там кто-то... О, логово огров. Так, ничего не дает. Работа выполнена! Улучшить катапульты, улучшаем. О, огров можно производить за 800 голды, дороговато, дороговато. Непонятно, что с огром делать, пусть куда они, в какой ряд встанут, боевой, да? Это типа замена обычным челом или что это? Ну, огры быстрые, как будто бы заменить могут. Так, один кораблик потерялся. Глупый кораблик, не умеет проплывать. Охренеть, базу понастроили, конечно. Так, ты улучшаешься, ты что-то умеешь. А, транспортер, по-моему, хотел построить один еще, да, дополнительный. Так, а регенерацию я изучил, но это ничего не дает. 24 с 50, как и было, да? Там еще не готова регенерация. Реальность можно. Голда кончилась, жесть, что? Внезапно. 25. О, он регенерирует, но очень медленно. Слушай, как будто бы тогда теперь вот этих челпов имеет смысл строить для защиты базы. Корабль в порядке. Корабль в порядке. Где он? Этот корабль в порядке, да?